Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. А знаете ли вы, кто такие и как выглядят фриганы? Полюбуйтесь. Нет, не бездомные, не маргиналы, а сторонники идеологии, отрицающей принципы потребительства. А в кадре их очередной симпозиум. Вернее, как они сами говорят, рейд. Мы познакомились с одним из них. Это Роман. Такой своеобразный образ жизни он ведет уже 2 года. Вы травились хоть раз? Да, конечно. Были случаи отравления. Всем привет, ребят. С вами Штребух. И это очередная сходка фриганов в Санкт-Петербурге. Вот сейчас мы идем на первую помойку. Надеюсь, там что-то будет интересное. Нас собралось 17 человек. Это, блин, капец, очень много. Типа, я даже себе не могу представить, как мы сейчас будем. 17 человек будут лутать одну помойку. Чего там, пацаны, похавать? Ну, я опа! Не знаю, стоит брать, не стоит. Ну это пожарить. А это? Да это великолепно пахнет, о, просто. О, як пахнет? Смотри, смотри, это еще. Тоже. Ну-ка. Фиш-филе. Так это еще лучше. Смотри. Находите и забирайте все. Спасибо. Все ваше. Спасибо. Опа. Мобил у нас вот так вот. Пиздец. Вот так вот я сумку наткнулся. Ребят, первый телефон. Ты всегда вполне. Ушатанная, правда. Смотрите, вторая мобила, да? Так, ну. О, лезвие. Ну, заявись, чё? Хотя бы вскроешь. Помойка дарит новые знакомства. И, кстати, братва, это не последняя сходка фриганов в Санкт-Петербурге. Следующая сходка будет в следующем году уже. Так, вот зелень, я же буду готовить там на костре. Кальян Фараон, бесперебойник, утюг Борг, блендер Редман. Вот, блендер Редман. Слушай, вот этот утюг, ну, неплохой. Прикольная тема. Тупо, ребят, 19 расхитителей. Вау, помоек. Слушай, ну... Калик Фараон, хорошая тема. Да. Чё на орёт? Прикалывается. Там чувак кричал нам, короче, один кричал толпе в 19 человек. Это моя помойка, быстро нахуй бежали оттуда. Тогда. Похавать? Давай, давай на видео. Growfood. Growfood? Вот это мы перекусим у костра. Ой-ой-ой, миско. Неплохо я нашёл. Молодец. Дай пятифону. Дай пятифону. Хуя запакованная. Да. Подожди, она надулась? Бля, это нельзя есть. Ну вот это можно? Вот это можно? Ну отсортируем, я думаю. Да все, все. Это может надулась? Еще более-менее. Нет, если она надулась, это все. Ну так нормально, давайте, да? Попробуем. О, все, сдулось. Ну, давайте. Ты блин, вот это не там, короче, херня, да, такая. Нет, самое главное. Как по находкам, друзья? Лучше, конечно, не, салатик вроде нормальный. Не особо, да? Ну, смотрите. Короче, смотрите, у нас проблема в том, что у нас для пикника мало еды. Я думаю, мы их найдем, да? Ну, найдем, конечно. И там еще 2 человек идут. В итоге, ребят, нас 19 человек. Я просто в шоке. Это максимальное количество фриганов, которые пришли на сходку за все время, за всю историю. 19 человек. Ты делаешь снег? Теперь ты от этого не очистишь, Эдик. Я сейчас покушать хочу. Вот, после вечеринки. Все не помещают. Это ну скоро да, станет общественным достоянием. Да. Так это уже есть общественное достояние. Фото делают, ребята. Что ты там говори? 1, 2, 3. Не, у меня мультиспуск, я быстро делаю. Перед тем, как разжечь огонь у костра, нам нужно надыбать бумаги. Для девочек надо банк открыть, да? Правильно. Здесь никто не будет пробовать.
Вот, как делать? Бля, осторожнее, не делай это, давай я сделаю. Мне тепло, заебись. Тепло. Влад, сосисоны готовы? Думаю, да. Слюни текут, ёпта. Блять, я чуть в речку не упал. Заебись, то, что не на землю. Блядь, ну. Нет. Пизда ей. Кто еще смелый? Ну, Влад. Смотри аккуратно, говорят пизда им. Влад, это хуйня какой-то. Давайте тунца. Опа. Подождите, новых углей сейчас подсыпать. Да, да, сейчас. Владу, смотри, тунец. Угу. Да он нормальный. Опа. Чем пахнет? Пахнет. Дай понюхай. Ой, вкусно пахнет. Укусно. Ребят, дайте зажигалку. Ладно, они сожрали просто целую упаковку, короче. Такой, а я надо хотел их погреть. Просто. Я хотел погреть, короче. Они уже сожрали все. Ты возмущен? Ну да. Я в шоке. Пиздец. Тогда я буду жрать вот так. Так ты хоть вилку возьми. Ёпты мать, это очень вкусно. Отлично. Бомбежно. Изумительно. Да, рыба разошлась очень быстро. Просто бомба. Опа. А до бабушкиной фигни и дошло дело. Это котлетки, тефтельки с гречкой. Ух, пахнет очень вкусно. Или как ты говорил там? Изумительно. Не, ну что я могу сказать, единственное, вот колбасу надо выкинуть. Он ее ест, бля. Жизнь одна, хули, похуй. Вот так все рыбаки, ну это искусственное, называется мочалка, короче. Ну смотри, нормальная хуйня. Но это на самом деле самое вкусное, что будет. Можно затушить, воды подлить, а она тушиться да будет. Яички. Смотри, я учу тебя, как делать. Угу. А срок годности какой у них? А срок годности великолепный. Смотри. Опа. Опа. Слушай, ну вкусно. Но это не подходит. Блять! Не подходит. Ну как так? Я и сыра туда накидал. Рыба говорит. Заебись. Бля, хуйня. В смысле? Хуёвые? Нет. Попало что-то. Нет. А, блин, перец этот острый, блин. Ты должен захавать. Ты должен захавать. Подожди, блядь. В яйцо, подожди, яйцо окуни. Горячее. Это как чикупели. Чикупели. Ну, снимай тогда, блядь. Давай, блин. Подожди. О, рыба воняет пиздец, народ. Ребятки, пахнет изумительно, пиздец. Ну, очень остро. Гречей пахнет, на самом деле. Штребух, давай, пробуй. Не, нормально, вкусно. Охуенно. Смотри, опа. Прям яйцо. Горячее. Очень горячее и очень острое, ребят. Но вкусно. Но с помоечки и очень вкусно. Ты прям как Юрий Хованский, он тебе завидовать будет, но... Серьезно. Не, видос, не, наверное, не надо, что вот мы выпиваем ставить, короче, да? Да, по-любому, вот, бро, ты вот крутые слова говоришь, ебать. Вот не нужно. Не, ребятки, на природе только все собираются, трезвые люди. Я хаманский буду говорить. Димон, блядь. Скажи, мы за трезвость. Мы за трезвость. Пахан. Что? Знаешь, в чем фишка? В чем? Фишка в том, что мы сейчас... Влад, по-моему, водки просто уже достаточно, короче. Кому? Подожди, стоп. Дай скажу фразу. Ну. Ребятки, мы сейчас на природе отдыхаем. Так. Это вне помоек, но ну, это хуйня. Еда из помойки. Но, тем не менее, главное, да? Что это по кайфу. Обстановочка по кайфу. И мы пьем пиво.
Потому что нам по кайфу. Мы расслабляемся и отдыхаем. Помоечка, потому что кормит, блядь, вот мы отдыхаем. Просто красавец. Супер, да. Помойка спонсирует этот отдых. Кстати, почему по помойке? Почему ты к этому пришел? Ну, какая причина, блядь? У меня там тяжелое детство, да. Охота за электроникой. Да? Ну, я ремонтом еще занимаюсь электроникой. Ремонтами занимаюсь? Да. Какими? Электроника. Компонентный модульный ремонт всей электроники все меняется. Тебе это приносит деньги? Приносит. Тебе все, не доебывайся до пацана. Подожди, давай, нет, стоп. Подожди, блядь, я не пришел к конечному итогу. Все, окей. Он конечный. Помойка тебя кормит? Кормит. Ты с этого приносишь какой-то доход? Да. Заебись. Браховка, авито и компонентный ремонт. Отлично, отлично. Заеби, бомба, все. Ты красавчик, блядь. Красавчик. Да, пятюню. Молодец. Красавы. Хотел сказать. Почему ты начал ползать по помойкам? Начал, я уже давно ползу по выходным иногда. Некоторые вещи из электроники. Тебя интересует, в принципе, электроника? Да, меня. У нас в Кировском районе очень мало попадает. В общем, ты электронику реализируешь. Ебать, присел. Топовые находки посмотрел для себя, новые районы, когда здесь не было ни разу. Все. Держи в курсе. Тебя как зовут? Данек. Данек. Даня можно, да. Даня, почему ты пришел на сходку и почему твоя жизнь связалась с помойками? Ну, вообще для этого есть как бы несколько причин. Первое, это то, что в принципе мне интересен всякий фриковатый движ. Неважно, там помойки какие-то, необычные варианты путешествий, там на грузовых поездах или автостопом. Вторая, это то, что мне совершенно скучно сидеть дома, и мне не с кем общаться, и я просто сюда пришел, например, пообщаться. Вот, какая-то незнакомая компания, незнакомые люди. Вот. Как твой канал называется? Канал называется «Зарево пожаров». Фью, беби. Я думаю, да. Ну, рыбка-то да. По-любому нормальная. Александр, это мне? Ну это тебе. А ты пробовал? Мы все поели уже. Это именно та, как ее называют? Это скумбрия? О, биби. Я замариновал ее. Это просто, блядь, великолепно. Пусть попал. Не люблю рыбу с косями. Безумно можно быть первым. Безумно можно через... Я тоже. Ну вкусно, да? Арен. Да нормальная, она нормальная. Она не то, что нормальная, она просто свежая. Она офигенная. Ну тогда. Ебать, чувак дает. Ну да, да, да. Ну хуйня. Это было жестко. Удали потом это все. Рыбка вкусная, ребят. Короче, офигенная. Тогда пиво захотелось, блядь. Дегустация прошла на ура. Мы поели охуенно, очень вкусно. Смотрите. Где рыба? Вот. Окей. Почему ты роешься в помойках? Ну, как бы предысторию рассказать, да? Ну, вкратце. Как бы, как я вот вообще с этим познакомился, да? Я не помню, по-моему, как раз у Ильи Бондарева увидел какой-то видос, когда он на помойках в Нью-Йорке там искал еду. Я такой еще тогда подумал, типа, прикольная тема, но, наверное, в России вообще ничего подобного нет, потому что, ну, типа, там как раз вот больше вот это потребительство развито и больше всего на помойки выбрасывают. А у нас, наверное, такого вообще нет, потому что все, скорее всего, все себе забирают. Вот, ну и как-то я забил на эту тему. А вот последнее время, вот мы как раз в Мурманск ездили на грузовых поездах, вот там попробовали этим позаниматься, потому что, ну, как-то денег сэкономить, все-таки еду найти какую-то, вот, и у нас получилось, мы там неплохо так нашли целый бак кваса, там и творог был, и молоко, там, ну, куча всякой вот этой продукции, хлеб тоже был, в общем, неплохо мы там поели, мы так где-то дня два питались. Вот, и с тех пор как-то я понял, что, в принципе, это вполне реально, то есть, а до этого как-то все это, я, конечно, потом интересовался, смотрел такие видосы, но как-то все равно это было как-то так, как-то, ну, как-то где-то далеко, потому что, ну, как-то ощущение как-то нереальности сказывалось, что неужели у нас вот можно действительно так вот это все находить. Кстати, что ты сегодня нашел за сходку на помоечке? О, вот. Сейчас я не нашел. Выкладывай. Опа.
как это называется там? Ступица задняя. Круто. Ступица задняя для машины. Да? Я так понимаю, для машины, да, как она открывается. Ну это на металл сдавать, да, или что? А эти все на месте? Ну я не знаю, может на Авито продавцы. Это ступица старая, это поменяли, а эту положили в коробку. Да, старая логично, ступица, но... Ну, не знаю, ее можно продать, например? Я думаю, нет. Ну, естественно. На металл заебумба. Сколько стоит шар? Ценный лут. Привет. А почему ты пришел на сходку? На сходку? Ну, вообще, я случайно узнал ВКонтакте. То, что там есть бухло. Вообще, как-то случайно нашел группу, то ли через поиск, то ли еще как-то. И, то есть, таким вот образом узнал о сходке. Почему ты роешься в помойках? Ну, вот именно сегодня, например, мне чисто вот было интересно, допустим, вообще вот как бы узнать что-то вот об этом движе, то есть вот те, кто фригой занимается. Например, я вот нашел прекрасный рюкзак, вот этот прекрасный шарф и толстовку. Ты ешь с помойки? С помойки? Ну, пока ни разу не приходилось. Почему не ешь? Взять его надо. Боишься? Потому что я не находил ничего то, что мне понравится. Слушай, я очень рад, что ты пришел. Подожди. А ты же... Тоже у тебя есть канал? Да, у меня есть канал. Какой? Канал Zombine Urban SPB о всяких путешествиях, в основном на грузовых поездах. Опа! А где ссылочка? Ссылочка в описании будет. Ты знаешь, Катя алкаш. Опа! Давайте всем удачи. Да ладно, и ты. Ой. Да и мы, да. Ну вы же, да, там, втроем. Слушай, да. Но здесь другая тема про него, типа, а ты самый молодой у нас здесь? Не-не-не-не. А сколько тебе лет? 32. Я технику снимаю. Почему ты роешься в помойках? Какие вопросы? Я снимаю, я нахожу технику. Ноутбуки, телефоны, планшеты, все есть, в принципе. И что ты, по-моему, с ней делаешь? Старая техника. Продаю, себе оставляю. Я лично музей планирую открыть. Каждое мое видео насыщено хотя бы какими-то гаджетами. Техникой. Ты кушаешь еду из помойки? Бывает такое дело. И где ссылочка на канал? Ссылочка на канал в описании будет. Я, кстати, сегодня... То есть вчера утром приехал специально из Москвы на сходку. Ладно, всем пока. До новых встреч. Почему ты роешься в помойках? Потому что это приносит мне деньги, еду и занимает гораздо меньше времени, чем работа. Твой основной доход с помойки? Нет. Откуда? С клинических исследований. Опа! Год назад ты тоже был на сходке, я тебя помню. Ты за год волосы отрастил, просто пипец. Я типа тебя я бы не узнал на улице, типа не вспомнил бы. Потому что у тебя волосы как у Цоя. Помойка кормит? Кормит. Одевает? Одевает. Не, я бы штребуху отдал сейчас. Из помойки? Курточка? А джинсики? Джинсы и ботиночки. Ау, щит, ботиночки тоже из помоечки. Мау! Спасибо, что пришел. Помоечка кормит? Как обычно. На проспекте посвящения, насколько уж советские находки, кого же были. Ну вот. Я, короче, в банке нашел 64 тысячи рублей, короче. И там золотые тисы, короче. Блять! Я запивал. Да, Охуеть. Это правда. В смысле, стоп, банки 65? Нет, так, короче, там бы, это, короче, заныкали, короче, бы оставлено. Деньги были, короче, и золотые тисы, короче, бы. Короче, это самая большая прибыль. Да. Короче, в общем, я часы продал за 12 тысяч, где-то около 80 тысяч рублей. Ты ешь еду из помойки? Да. Почему? По-сроску ем, на халяву, с пятерочки перекрестка, короче. Вкусно? Да. Очень? На халяву еще кусок вкусно, короче. Помойка кормит? Да. Насыщает? Да. Питает? Да.
Куртку покупал? Да. Остальные кроссовки смогу. Да, у меня все шмотки. Да. Тусы. Адидас. Ой, это бренд? Да. Прикольно. Это Адидас, хули. Yes. Во, у меня тоже бренд Адидас. Yes.